Акции скорби по погибшим в Магнитогорске проходят во многих городах России. Жители города-героя Севастополя приносят свечи к знаменитому памятнику затопленным кораблям. Эти кадры мы получили от наших коллег из Крыма. По предварительным оценкам, в акции принимают участие порядка 100 человек. Организаторы кинули клич в социальных сетях, и крымчане не остались равнодушными. Люди приняли трагедию как личное горе. Трагедия в Магнитогорске – это боль для всех нас, для всех жителей Севастополя. В память об этом мы решили сделать акцию, выложить из свечей знак скорби, слезу. Напомню, акции скорби проходят во многих городах России. В Алма-Ате, Астрахани, Санкт-Петербурге, в Москве цветы и свечи несут к Дому металлургов на Славянской площади.